смотри, я пью кофе, но из бокала. А Настя пьет вино из бокала. Давай. Я из стакана не пью. А, ну чей? Да-да-да, чин-чин. Чин-чин, вот еще чей-то. Я кофе пью, чтобы силы были. А хочешь прикол? Смотри, смотри. Сейчас. Что у меня в кармане? Опа! Изичка! Мы пойдем грязь яйцом. Да. Фишка в том, что мне нужно просто силы. Я уже одно яйцо съела. Вот. Тебе точно. Вот, и мне нужно будет еще съесть перед концертом, чтобы у меня были силы. Давайте мы разделим. И кофе. Кофе яйцо. Ну, как понтово, знаешь? Это такой английский завтрак. Да-да-да, английский завтрак. В то время, когда все пьют белое вино. Потому что у нас еще чем. Просто мне так больше нравится, потому что чашка очень горячая, держать неудобно, так удобно. Вообще, кстати, перед такой высотой кофе, наверное, не очень хорошо. Но мне нужно взбодриться и голос как-то чуть-чуть свой пробудить. А знаешь, как я тебя узнаю? Ты будешь самая красивая. Ой, ты какая прелесть. Все, если мы сейчас выйдем, мы вообще не опоздаем. Очки. Все, класс. Что, что, костюмы все взяли, да? Да. За макияж я не волнуюсь, за прическу не волнуюсь. Кроссовки, да? Ты сложил, говоришь. Угу. Кроссовки взяла, и все, взяла очки, взяла. Искусственный рейсер, обвязан головами, он прячется здесь между нами, и мы будто из воска, мы плавили жестко, но бросить нам будет непросто. Ой-ой-ой, волнуюсь. Я даже в душ успела сходить. Какого фига, да? Да. Сейчас. Я вот что хочу сказать. Никак не могу разобраться с собой, чем отличается классический мой концерт, когда приходят мои слушатели, и когда мы выходим на сцену и кайфуем все, ну это просто жара. От концертов точно таких же, но которые еще можно смотреть в прямом эфире. Лично я разницы не очень понимаю, понимаю только разницу в том, что я очень волнуюсь, и я ничего не могу с собой поделать. Мне друзья говорят, иди к психологу, почему так боишься прямых эфиров? Ну, хотя я, в принципе, не боюсь, ну, то есть у меня нет страха сцены, все в порядке. Но как только у меня прямой эфир, я как скованная какая-то, то есть вообще не могу понять. Но так уж заведено, что есть традиция, концерта над облаками, и он в прямом эфире, поэтому я волнуюсь. Я сегодня не спала ночью, но потом пришли мои друзья, Настя, Столяров, вот они здесь сидят, и они как-то так меня расслабили, и... В общем, все будет хорошо. Короче, мне вообще не надо об этом всем думать. Я хочу просто петь. Но ничего не могу сделать своим мозгом. Это вчера я закинула удочку. А слабо в следующем году еще раз взять рекорд Гиннесса и подняться еще выше, чем эта точка. И сегодня, утром, самое первое, что я услышала, это было, что в следующем году концерт будет еще выше. На Эвересте? Да. Нет, здесь. Еще выше. Эверест не Россия. Понимаешь? Я только в России. Пока. Смотрите, как вспотел Столяров. Там вот капли по телу. По спине, покажи спину. Совсем нет дождя, знаешь, незаметно. Совсем нет дождя, знаешь, незаметно. На твоих руках таю меньше света. Мы прячемся за полумрак. А дальше как? Ты понимаешь, почему на мрак не хватило воздуха? Кислорода нету. Просто. Не хватает выдавать вот все те длинные. Я вчера это заметила, я в шоке. А в том году вообще я такая пою. И понимаешь, что у меня на концерте вибрато такое не мое. Елка. Елка стайл. Я грею счастье внутри. Ну, я сейчас утрирую, конечно. И я так говорю, как? Потому что на давлении таком высоком меняется голос, да, вообще по-другому все звучит. Уши у меня заложены, я по-другому слышу, звучит по-другому, все так интересно, не так, как обычно, это вообще кайф. А что грустная такая? Я не грустная, это минутка тишины перед концертом, это нормально, я собираюсь. А тут прям у тебя печаль. Посмотри вдаль. Какая не печаль, я просто аккумулирую энергию. Все, ребят, вы что, равно. Хотите, чтобы я вот такая была, что ли? Нет, а что я тогда дам людям? Даля. Кто это? Алло. Спасибо. Да, привет.
Нет, я уже поднимаюсь, я наверху уже почти. Он же заранее. Ты Саше звони, кто там расскажет, что там. Где взять, где мы слушай, прячемся я, за полумрак, ну, я думаю, что просто ты, а дальше не, как, ты, я не чувствую. Нет. А, кайф! Да! О, как хорошо! Да-да-да, руки такие стали тяжелые, да? Прохладный воздух, это кайф. Мама. Так вот, за час до концерта артист едет на площадку. За полчаса до концерта он разминается. Да. За 5 минут до концерта артист молчит. Он собирается, аккумулирует себя. Все, просто хотела рассказать вот такую интересную лекцию для Юры, раз ты мне так внимательна. А я вообще стараюсь снимать. Сегодня у нас здесь лучший звук, который есть только на планете, представляете? Да, я наслышан. Там колонки, которые сканируют пространство. Да, колонки, прикинь, да, прикинь, сейчас скажу. Колонки, которые сканируют пространство, в чем, какая одежда на человеке, что вообще, то есть камни, мягкие ткани, земля, что это. Колонки, они все сканируют, делают свой звук, и в итоге тебя очень громко, тебя качает, но ты можешь разговаривать, и ты слышишь друг друга. Ты не оглохнешь, ты не сорвешь голос. Да, даже впритык. То есть это, конечно, новые технологии звука. И, ну, пока постепенно только начинают на нем работать, потому что все же экономят всегда. А мы уже давно на нем, это кайф. О, жарко с вами. Как же я тебя узнаю? Наверное, ты будешь самой красивой. Да, мои родители, они ракушки. Потому что ты жемчужинка. Да, потому что у них родилась жемчужинка. Чувствую вдох, пока добавляешь мне яд. Пока мы походу сошли с ума. Этой ночью и тобой я зависима. Я не чувствую.